Да, алло, алло. Хорошо, хорошо. Да. Добрый вечер, дорогие друзья. Рад приветствовать всех любителей единоборств, смешанных единоборств. Я думаю, что любой стиль боевого искусства, представленный сегодня в разночтении боев без правил, так сегодня представлено наш вечер, получит огромное удовольствие, потому что сегодня в Олимпийском городе 2014 года состоится открытый чемпионат Европы по боям без правил. Смешанные единоборства или ММА, как он звучит в международном контексте, сегодня состоится на платформе С-70 в полном понимании одним из самых престижных, удобных, комфортов места проведения времени гостей города Сочи и, конечно, сочинцев. Дорогие друзья, Игорь Петрухин, мы проведем с вами эти два часа вблизи ринга, вокруг ринга, в глубине ринга. И все, что сегодня будет наполнен весь этот эфир, я думаю, что не оставит вас равнодушными. Мир смешанных единоборств в том объеме, в том контексте, который имеет место сегодня быть, на самом деле чрезвычайно важная составляющая спорта, большого спорта, и вольно или невольно, который перерос в профессиональное времяпрепровождение, заработка, досуга и увлечения. Сегодня, дорогие друзья, у нас будет много почетных гостей, много чемпионов мира, много чемпионов Европы. И сегодня среди гостей почетным гостем из старого скола сегодня утром приехал Федор Емельяненко, абсолютный чемпион мира, человек, который 9 лет заставляет тяжело дышать своих соперников и радоваться граждан России. Но, как показали последние события, всенародная любовь Федора настолько огромна, что даже вдали от родины, будь то Япония, Корея или Соединенные Штаты, всегда встречи с ним – это праздник для всех. И поэтому, по большому счету, все сегодня происходящее в этом виде единоборств связывается с именем Федора Емельяненко. Сегодня на это мероприятие приехал его друг, актер, продюсер, режиссер, человек, который в кинематографе, в большом муви-стар, являясь большим муви-стар, делал то, с точки зрения кинематографа, что реально притворял Федора в жизнь. Дорогие друзья, все, что происходит сегодня, это дань уважения, несомненно, виду спорта и тем людям, которые в Олимпийском городе 2014 года своими усилиями, своими административным ресурсом и финансовым очередной раз напоминают нашим зрителям, телевизионным зрителям, гостям города Сочи о том, что поистине героические события и герои, настоящие герои российского спорта, живут, может быть, вдали от больших газетных полос, широкого формата телевизионных версий, но это ни в коей мере не умаляет достоинства его. И ярким тому подтверждением является то, что сейчас мы увидим. Итак, наши гости, почетные гости, входят на платформу. Да, именно так. Владимир Владимирович Путин, Жан-Клод Ван Дамм и Федор Емельяненко входят на платформу для того, чтобы принять участие в нашем сегодняшнем мероприятии. Это огромная честь для нас. Мы все знаем, как Владимир Владимирович относится к боевым искусствам, смешанным единоборствам. И сегодняшнее его присутствие – лишнее подтверждение важности этого события. Некоторые паузы, понятные паузы, почетные гости. Формат самого мероприятия и протокол обязывают к некоторым издержкам.
в эфирном пространстве. Но я думаю, что вы понимаете. И все последующие действия, которые мы сейчас будем видеть, ярким тому подтверждение, что все происходящее сегодня имеет огромное значение прежде всего для нас, для людей, которые болеют, помогают и способствуют развитию смешанных единоборств. Естественно, все, что происходит сегодня, находится под патронажем руководства Краснодарского края. Александр Ткачев вместе с Александром Жуковым вошли и заняли свои места. Уважаемые дамы и господа, добрый вечер! Мы рады приветствовать вас на гостеприимной краснодарской земле, в южной столице нашей страны, в современном, динамично развивающемся городе Сочи, где впервые в открытом море самый статусный клуб Черноморского побережья «Платформа» и легендарная школа «Самбо-70» в год своего 40-летия под патронатом губернатора Краснодарского края и министра спорта, туризма и молодежной политики представляет вам открытый чемпионат Европы! Платформа «С-70» сборная Европы против команды Уважаемые дамы и господа, вы, собравшиеся в этом прекрасном клубе, и миллионы телезрителей нашей страны станете свидетелями, я уверен, захватывающих поединков. И ваша задача – не скупиться на свои эмоции, ибо спортсмены, которые поднимутся на этот ринг, покажут все, на что они способны, для того, чтобы завоевать победу и доставить вам удовольствие. Выплескивайте свои эмоции на ринг «Самбо-70» и ведите бойцов к победе! Право почетного открытия открытого чемпионата Европы предоставляется губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву! Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, уважаемые гости, дорогие друзья. Я хочу всех поприветствовать здесь, в нашей столице, столице Олимпиады, и которая стала, безусловно, и европейской столицей боевых единоборств. Никогда еще Краснодарский край не встречал такое количество самых сильных людей планеты, бойцов, которых знает не только вся Россия, но и Европа, Азия, Америка. Недаром лицом нашего чемпионата стал легендарный, прославленный спортсмен, кумир нашей молодежи, миллионов болельщиков Федор Емельяненко. Давайте ему поаплодируем, он здесь находится, среди нас. Гордость нашей России и почетный гость, звезда Голливуда, боевиков Жан-Клод Ван Дамм. Я думаю, что теперь вы понимаете, что здесь на ринге встретятся, безусловно, очень серьезные спортсмены, и здесь будет жарко. Я хочу поблагодарить школу «Самбо-70», прославленную, легендарную школу боевых искусств, борьбы, которая действительно сделала все, чтобы провести это мероприятие, этот чемпионат здесь, в нашем крае,
в Сочи. Я уверен, что после этого вечера тысячи мальчишек обязательно свяжут свое будущее, свою жизнь со спортом и будут стремиться быть успешными, здоровыми, сильными, как это сделал Федор Емельяненко. Еще раз ему персональные аплодисменты. Я желаю всем прекрасного настроения, хорошего вечера, честной, зрелищной борьбы. И, конечно, пусть победит сильнейший. Чемпионат Европы боев без правил объявляю открытым. Ваши аплодисменты, уважаемые дамы и господа! В исполнении кубанского казачьего хора звучит гимн Российской Федерации. Уважаемые дамы и господа, с удовольствием представляю вам нашего специального гостя. Председатель правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И еще раз с удовольствием представлю вам нашего специального гостя. Это актер, режиссер, продюсер,
Грандмастер боевых искусств и звезда Голливуда. Ladies and gentlemen, let me take and introduce to you our special guest for this night. The Grandmaster of Martial Arts, the Hollywood star, Mr. Jean-Claude Van Damme. И, конечно же, четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, звезда Mixed Fight M1, лучший боец планеты Федор Емельяненко. Кубанский казачий хор. Мне малый
самый быстро растущий спорт в мире. Filling arena, заполняющий ареной по всему миру. Чемпионами. Национальными героями. Спорт, известный своей непредсказуемостью, требующий дисциплины и четкой техники выполнения задач. Спорт, включающий в себя в равной мере мастерство и силу воли. Это соревнование в самой чистой форме. Это смешанные единоборства. Компания M1 Global, основанная Вадимом Финкельштейном, была одной из ведущих MMA-промоушен-контор, существующая более 10 лет. Вообще объединить все команды, американские, японские, русские, французские, голландские, всего мира. И для этого этот вот проект M1 Challenge, он запущен сейчас. M1 Challenge. Новейший проект M1 Global задал стандарты для международных MMA-соревнований. Это платформа, несущая MMA поклонникам боев со всего мира. Проводится множество соревнований по всему миру. В Европе, Азии, Северной и Южной Америке. А также фанаты со всего мира могут увидеть телевизионные серии шоу M1 Challenge, транслируемые более чем в 90 странах. Ни один боец не смог прославиться больше и стать большей звездой, чем чемпион мира в тяжелом весе Федор Емельяненко. Эксперты ММА полагают, что Федор на сегодня лучший среди всех весовых категорий. Многие считают его лучшим за всю историю спорта. Один из самых престижных бойцовских промоушенов за десятилетия – дом лучшего бойца мира – Федора Емельяненко. И дом чемпионов завтрашнего дня. Это M1 Global. Уважаемые дамы и господа, перед тем, как вы станете свидетелями матчевой встречи открытого чемпионата Европы по боям без правил, сборная Европы против команды «Самбо-70», спортивная лига «Mixed Fight M1», основанная Вадимом Финкельштейном, Сергеем Матвиенко и Федором Емельяненко, представляет вам два боя с участием победителей чемпионатов М1 прошлого года. Национального чемпионата М1 Selection, Россия и международного чемпионата М1 Challenge. Дамы и господа, прежде чем я приглашу в ринг первую пару бойцов, позвольте представить вам судейскую бригаду. Главный судья, председатель Южно-региональной федерации рукопашного боя, заслуженный работник физической культуры России, заслуженный тренер России, судья всероссийской категории Андрей Шляпников, Ростов-на-Дону. Заместитель главного судьи, чемпион мира по смешанным боевым искусствам, судья международной категории Андроник Ашуган, Анапа. Судьи, судья международной категории Владимир Коваленко, Сочи. Серебряный призер Кубка Короля Таиланда по тайскому боксу. Мастер спорта России. Судья всероссийской категории Агоп Тапчан. Судья-хронометрист. Судья всероссийской категории Расул Муртазалиев. Рефери всех сегодняшних поединков. Чемпион России по смешанным боевым искусствам. Мастер спорта России по греко-римской борьбе. Судья международной категории Ашот Ашуган, Анапа. Комментатор трансляции, президент телеканала, боец Игорь Петрухин. Итак, дамы и господа, спортивная лига Mixed Fight M1 с удовольствием представляет вам трехраундовый поединок в полусреднем весе. Замыкайте микрофон.
И в синий угол ринга добро пожаловать, спортсмен из Великобритании. Please welcome to the blue corner from Great Britain, Dan Hall. Fighters, get ready for the M1 selection. А в красный угол ринга приглашается боец из Дагестана. Дамы и господа, встречайте, Рашид Магомедов! Потому что я горец. 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 Потому что я горец. Уважаемые дамы и господа, подробнее знакомлю вас с соперниками. И первым боец, стоящий слева от меня в синем углу ринга. Introducing first the fighter standing corner. Ему 24 года, официальный вес 75,8 килограмма. 24 years old, official weight 75.8 kilos. Профессиональный рекорд 8 боев, 7 побед. Только одно поражение. Professional record. 8 bouts. 7 victories and 1 loss. Muay Thai чемпион по версии KMF. Чемпион Великобритании по кик-джитсу. Muay champion for the UKMF and champion of Great Britain for kick-jitsu. Из Глазго, Шотландия. From Glasgow, Scotland. Дон Шоу! А вот его соперник, стоящий справа от меня в красном углу ринга. Ему 26 лет, официальный вес 75,2 килограмма. Профессиональный рекорд 15 боев, 14 побед и только одно поражение. Чемпион России по рукопашному бою. Победитель командного чемпионата России по смешанным единоборствам M1 Selection 2009 из клуба «Корец» Дагестан Рашид Магомедов. Рефери Ашот Ашуган. Так, внимание. Все действия в рамках правил. Чистый, корректный поединок. Поприветствовали. По углам. Достаточно она полностью, я считаю, оправдана. И присутствие наших уважаемых гостей, сам состав поединка говорит сам за себя. Ну, первый поединок. Ринганоср Александр. Лучший на сегодняшний день, тот, кто может и имеет право говорить о единоборствах на ринге, объявил состав этой пары, составляющие которой, по большому счету, чрезвычайно интересны. И если о Рашиде мы слышали, видели очень много, представляет Дагестан, Горец. Горец, хотя и находится в Ростове-на-Дону, официальная часть, но основная... Основная часть, состав бойцов все-таки из этой чудной Северокавказской республики. Давайте иллюзии все оставим. Условности и видим реально. Вот рукопашный. По-моему, менее полутора минут потребовалось для того, чтобы решить вопрос с ирландским парнем. С горячим ирландским парнем. Напомню его. Выступление более чем убедительное. 8 боев, 7 побед. Профессиональный, причем рекорд. Ну вот, встреча с Черным морем. Со следующим городом олимпийских надежд 2014 года.
некотором заблуждении находится. Дамы и господа, спортсмен. Рефери остановил бой через 57 секунд первого раунда. Победу нокаутом одержал Рашид Мухамедов. Да, все-таки ошибся, не полторы минуты, а менее минуты. Приятная ошибка и заблуждение в глазах у Дана Хоупа. Зачем я это сделал? Я имею в виду согласие на поездку в Россию. Предложение покинуть ринг рассмотрели мы как-то очень туманно. Ничего, надо помочь, мне кажется, парню. Ну так, дорогие друзья, начался этот вечер. Приятно для нас. Ну и вся активность. Серьезная сечка над правой бровью. Под правой бровью. Медики сейчас окажут необходимую помощь. Ну, а мы продолжаем. Ваше внимание на экран. Давайте вот увидим эту картинку. Практически не было разведки. Простая классическая двойка в голову, и вот результат. Результат достойный. Уважаемые дамы и господа, спортивная лига Mixed Fight M1 с удовольствием представляет вам второй поединок. И в синий угол ринга приглашается боец из Великобритании. Дамы и господа, встречайте Тони Томас! А в красный угол ринга добро пожаловать, боец из Ростова-на-Дону. Дамы и господа, встречайте, Юрий Ивлев. И это легион. И это легион. И это легион. Ты должен показать, на что способен. Что нет бойцов, которые нас превосходят. Ведут все бойцы у нас в Ростове. Это легион, мы не боимся крови. Итак, дамы и господа, представляю вам соперников и первым бойца, стоящего в синем углу ринга. Ему 26 лет, официальный вес 70 килограммов. 26 years, official weight 70 kilos. Профессиональный рекорд 24 боя, 18 побед, включая 5 побед нокаутом, 6 поражений. Official record 24 pounds, 18 victories, including 5 victories coming by way of knockout. And 6 losses из Великобритании. Dogs of Four, спортивный клуб, представляющий Тони Томас. И его соперник, стоящий справа от меня в красном углу ринга. Ему 28 лет, официальный вес 70 килограммов, профессиональный рекорд 18 боев. 13 побед, включая 5 побед нокаутом, 5 поражений. Обладатель Кубка Черного моря по панкратиону. Победитель командного чемпионата мира М1 Challenge 2009. Из команды Легион Ростов-на-Дону Юрий Ивлев. Заранее обещаю, дорогие друзья, интересный поединок, потому что каждое появление Юрия в ринге всегда событие. Заявлены даже исходные данные обоих бойцов. Говорят, что оба настроены, нацелены на серьезную
ударную технику, обмен ударов, естественно, с привлечением тех необходимых достоинств, что помогает выиграть именно нокаутом. Победа на селекшене на челлендже 2009 года в команде «Легион» говорит сама за себя. Вся эта команда последние годы выстроена только на победы индивидуальные и командные. Ну и вот Юра один из ярких представителей в этой категории. Британец. В теме профессиональных поединков на самом деле очень заметен, как и все британцы. Большая часть команды, выступавших в челлендже, это ирландские парни. Очень интересен тем, что он всегда был выстроен на ударную технику и на нокаут. У него это получалось. Мне кажется, сейчас будет... Хотел сказать, интересная партерная борьба, но видите, оба абсолютно выстроены на удары, обмен удары, ми. Более успешно, более эффективно и более функционально получается у Юры. Очень спокойно, функционально себя ведет, никаких проблем. Настолько четко и правильно выполняются все необходимые технические действия, что, мне кажется, даже дыхание совершенно не сбито. Да, надо, несомненно, включать колени, как и подсказывает из угла, из угла. Открыт весь средний сектор у британца. Что с хорошим разгоном, с хорошей амплитудой, несомненно, очень эффективно всегда эта техника. Техника тайских бойцов. А намеренно открытое лицо у Юры для соперника. Я думаю, что вся преднамеренность для того, чтобы раскрыть соперника, заставить его провалиться, сделать естественно ошибку. Маленькая задержка в ноге, и тут же, вот видите, вы перевоз в партер. Британец, казалось бы, занял интересную позицию, но сделать ничего не может. Вот даже атака, очень удачная могла быть атака коленями по бедрам, по внутренней стороне, но что-то происходит с ним, боится, мне кажется, активных действий. Ответных активных действий. Хотя очень удачная форма для проведения этих ударов. Совершенно не используется. Британцам. Да, некоторые паузы, появившиеся в поединке. Мне кажется, все-таки Юрий выцеливает. Выцеливает очень четко ту необходимую дистанцию, при которой работает первым номером прежде всего. Он должен открыть эту заветную дверку. Дверку для хорошей атаки. Как-то несколько неуверенно. Хочет работать британец. Чрезмерно доверителен к своей защите руками. Во многом он смущен поведением Юрия. Визуальной открытостью головы. Низко опущенные передние, правая. Вот молниеносная атака. И вместе с тем очень интересное техническое действие. Открытая возможность атаковать.
Время закончился. Первый раунд. Ваши аплодисменты, дамы и господа. Желание вывести на удушающий не получился. Остановил гонг. Не знаю, чем выстроена такая позиция тренерской команды, которая вывела Юрия на этот поединок. Открытость, некоторые своенравия и доверительность к плохой атакующей составляющей соперника. Посмотрим. По крайней мере, мы видим, что функционально он прекрасно себя чувствует, продышался. Да и в течение поединка он совершенно не был утомленным, что приятно для такого тяжелого смешанного поединка. Значительная часть энергии тратится у спортсменов ММА. Это, естественно, борьба в партере. Она была в меньшем объеме представлена в этом бое. Все-таки оба соперника искали четкое понимание стойки. Свои преимущества, естественно. Зал ждет активности. Хорошо попал Юра, хотел бы продолжение. А вот этот сумбур, который несет британец, с очень неуверенной формой прохода в ноги, замахом на зацеп, на заднюю подножку. Абсолютно верно, из угла, откуда вышел Юра, из правого угла. Совет очень четкий, нужна серия. Рука, рука, нога. Британец не готов к серийности. Глубейшие ошибки допускает британец, но Юра пропустил сейчас. Да, на теме обязательно надо раздернуть соперника, обязательно заставить его суеты добавить. Хотя вся эта неуверенность в атаках, вся эта условная двойка, которую демонстрирует уже полтора раунда британец. Много и серьезно пропустил британец, но видите, держит неплохо. И продолжение надо, Юра. Лоу-кик по внутреннему бедру, все очень хорошо, но требует обязательно разорваться. Разорвать все, что есть наверху. Ни в коем случае не останавливаться, ни в коем случае продолжить. Юра допустил несколько ошибок, позволив британцу встать. Позиция была очень удобна, не хватило совсем малого. Сфиксировать таз, обездвижить ногами и, естественно, активнее атаковать голову. Удивление, приятное удивление вызывает вместе с сумбуром британец. Хорошо держит. Юра накормил его уже в полном объеме, однако же. Вот она. А вот она и пришла. Обидно и глупо, опущенные руки. Это итог этого поединка. С самого начала было непонятно, чем было обусловлено такое пренебрежение к защите и неуважение к сопернику. Более того, что в полном объеме
Я думаю, как и Юрий, так и его оппонент были настроены на ударную технику, именно стойку. И такое пренебрежение к защите, ну, всегда имеет обратную сторону наказания. Наказание и проигрыш, соответственно. Сейчас Александр объявит официальный итог и решение судей. Ну, уже счет приятен, 2-0. Дамы и господа, бой остановлен через 3 минуты и 14 секунд второго раунда. Победу нокаутом одержал Юрий Ильичев, Легион Ростов-на-Дону. Как легко ныряются в начале и как тяжело, и с большими проблемами проиграв, получив тяжелую порцию проблем, приходится нырять под канаты. Сейчас, я насколько понимаю, у нас будет театральная заставка. Дамы и господа, школа современного танца. Дамы и господа, открытый чемпионат Европы по боям без правил, платформа S70. Организаторы чемпионата, государственное образовательное учреждение города Москвы, центральное образовательное самбо 70 и клуб «Платформа».
И мы начинаем парад участников чемпионата. Дамы и господа, добро пожаловать на ринг. Сборная Европы. Please welcome to the ring the team of Europe. А сейчас, уважаемые дамы и господа, встречаем команду «Самбо 70». Итак, уважаемые дамы и господа, представляю вам команды, участники открытого чемпионата Европы по боям без правил, платформа S70. Весовая категория до 76 килограммов. Полусредний вес. Сборная команда Европы. Жером Буссон. Сборная команда Самбо 70. Максим Купцов. Весовая категория до 93 килограммов, или полутяжелый вес. Сборная команда Европы. Ксавьер Фопа-Пакам. Сборная команда Самбо 70. Вячеслав Василевский. Весовая категория до 93 килограммов, или полутяжелый вес. Сборная команда Европы. Себастьян Либепе. Сборная команда Самбо 70. Дмитрий Самойлов. Весовая категория свыше 93 килограммов, или тяжелый вес. Сборная команда Европы. Серж Канари. Сборная команда «Самбо 70» Дмитрий Соболотный. Весовая категория свыше 93 килограммов, или тяжелый вес. Сборная команда Европы Александр Зубачев. Сборная команда «Самбо 70» Виталий Минаков. Дамы и господа, приветствуйте главных героев сегодняшнего вечера. А спортсмены обмениваются выпивками. Дамы и господа, а теперь под ваши аплодисменты мы приглашаем спортсменов пройти готовиться к поединкам. Спасибо. Для того, чтобы не лишать наших зрителей. На нашем ринге уже так полюбившийся вам школа приятного танца Deep Prime.
Так вот, позвольте окончательно подвести суету, которая появилась наверняка у зрителей у нас. Это всего лишь навсего для того, чтобы эта весовая категория была не менее интересна для нас. Мы выставили своего соперника. Body mocked up like the subway and subway and subway and hall. Body mocked up, body mocked up like the subway and subway and subway and hall. Body mocked up, body mocked up like the subway and subway and subway and hall. Body mocked up, body mocked up like the sub hall. Итак, уважаемые дамы и господа, легендарная школа «Самбо-70» и клуб «Платформа» с удовольствием представляют вам открытый чемпионат Европы по боям без правил «Платформа С-70» и приглашают вас на первый поединок, трехраундовый бой в легком весе. Дамы и господа, в синий угол ринга приглашается боец из сборной Европы. Please welcome to the blue corner from European team Jerome K.D. Dusan. А в красный угол ринга добро пожаловать, боец из команды «Самбо-70». Встречайте, Максим Купцов! Итак, дамы и господа, знакомлю вас с соперниками. И первым боец, стоящий в синем углу ринга. Introducing first the fighter standing in the blue corner. Ему 22 года, официальный вес 70 килограммов. 22 years old, official weight 70 kilos. Его профессиональный рекорд 5 боев, 5 побед. Professional record 5 bouts, 5 victories. Чемпион Европы по бразильскому джиу-джитсу. Champion of Europe for Brazilian jiu-jitsu из Франции. From France, Jerome K.D. Dusan. А вот его соперник, стоящий справа от меня в красном углу ринга.
Ему 23 года, вес 70 килограммов. Профессиональный рекорд 8 боев, 7 побед и только одно поражение. Чемпион Европы, вице-чемпион мира по боевому самбо из команды «Самбо-70» Максим Купцов. Рефери этого и всех сегодняшних поединков Ашот Ашугян. Отследил бойцы. Все действия в рамках правил. Корректный поединок. Поприветствовали друг друга. Углан. У вас основная сетка и самый первый бой. Бой чрезвычайно интересен. Я всегда с огромным уважением, интересом отношусь к весовой категории, которая, может быть, выглядит не столь внушительно и интересно, и кажется, для всех. Но вот скоростные данные, передвижения и те заявленные, по крайней мере, исходные позиции в спорте говорят сами за себя. Джиу-джитсу – тема скрытая для большинства любителей единоборств, несущие какие-то таинства этого чудного региона в Латинской Америке, принесла вместе с капуэрой и с фестивалями этот странный, сложный и очень интересный вид единоборств в Алитуду. На теме таинств этого вида спорта в середине, начале 90-х годов именно этой техникой семья агрессии побеждала в знаменитых турнирах UFC. Но с приходом самбо и прежде всего Олега Тактарова, который развеял все это таинство, привнес очень много болевых и сложных технических приемов на ноги, развеяли эти тайны. И вот последние годы, особенно последние годы с появлением Федора Емельяненко, не так страшен черт, как его малюют. Мы понимали, что есть для мастеров истинные загадки, которые нетрудно отгадывать. Ну вот вместе с тем представитель Европы, чемпион в разных турнирах высокого уровня, европейского уровня, Джером, специалист именно по валитуду, джиу-джитсу, я думаю, будет интересен. Степень опасности его — это, конечно, прежде всего партер. Вот порой, особенно у европейцев, абсурдность стойки и жажды закончить поединок пораньше идет вот таким ошибочным действием, которое мы сейчас вот увидели со стороны Джерома. Несомненно, предложение прежде всего он имел в виду относительно партера, что и получил. Видите, сейчас будет классика, самбо. Да, надо крутиться, обязательно надо, чтобы уйти от этого неприятного ощущения болевого, надо обязательно. Сейчас, возможно, второе техническое действие. Болячка, нет. Очень странно, что Джером совершенно не использовал базовую основу ухода от ахилки, которую обязательно надо было использовать путем вращения, уходя от этого неприятного технического действия. Рефери делает замечание. О чем говорят эти русские? Не мой вопрос. Французского парня. Поединок только начался, а выводящие уже хлопочут нашего судьи секундами 300, сколько же до конца.
Да, мне кажется, надо проверить обязательно переднюю ногу. Плохо делает Жером. И хотя руки подняты достаточно высоко, совершенно не заботится о защите. С опозданием поднимает, защищая подбородок. Не прошло два приема на ноги. Рефери вышли без секундомера, и поэтому хлопочет, когда же этому конец. Очень хорошие прокоты коленом. Хорошая двойка. Я думаю, что усилить надо. Время закончим. Определить сильнейшего, а остановка гонга спасла, я думаю, французского парня. Дамы и господа, от заключительной фазы атаки нашего спортсмена. Нашего вечера. Девятикратный чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта России Мурат Хасанов. На самом деле, сегодня очень много почетных гостей, людей, отдавших много лет боевому самбо. Президент Федерации самбо России Сергей Елисеев. Олимпийский чемпион по тяжелой, ужинный мастер спорта Дмитрий Пересов. Я думаю, французским парням сегодня интересно будет посмотреть истинных мастеров самбо, чей стиль вводит в заблуждение многих занимающих смешанными единоборствами, и благодаря которым таинство воинских искусств, ММА, сегодня является основной базовой техникой, которой они побеждают на самых высоких турнирах. Так вот, названные сегодня гости как раз первые прокладывали путь к славе и Олега Токтарова, и Игоря Вовчанчина, и, естественно, Федора Емельяненко. Хороший первый раунд, красивый, немножко рваный самой тактики, но я думаю, что позиции определены, и дело за малым. Напомню, что первые два поединка принесли победу российской сборной. Итак, раунд номер два. Раунд номер два. Некоторые проблемы на лице у француза. Понятно, француз будет уходить от активных действий. В район собственной головы. Предложение партера серьезного пока не последовало. Ну, а стойка в данной ситуации совсем не его тема. Проход в ноги для классиков самбо, по крайней мере, на такой скорости и с такими ошибками, это безрезультатная тема. Хотя, вот видите, некоторые опасения захвата шеи. Нет, плохой захват, и я думаю, что проблем не будет. Да, плохой был захват. Сейчас может быть рычажок. Нет.
Позиций для этого нету. Француз своевременно ушел с опасной зоны. А вот и треугольничек. Классическая бразильская тема. Была плохо подготовлена и поэтому не прошла. Надо вставать, обязательно вставать. Ни в коем случае нельзя лежать. Вся эта форма в партере вполне устраивает француза и совершенно не должна устраивать Максима. Вот видите, плохо обеспечен захват ногами. И французу пока удается атаковать сверху, что совсем не нужно никому. Обездвижит руки, как правило, позиция фиксации шеи, головы и атака руками. Хорошо чувствует партер француз, как зал вскрикнул в надежде на то, что у Максима получится треугольник. Надо максимально сократить дистанцию между соперниками. Это лучшая форма обезопасить себя от проблем атак соперника сверху. И, конечно, работать тазом. Только тазом можно уйти с опасной зоны, что, увы, к сожалению, Максим сейчас не делает. Все правильно делает Жером, абсолютно верно. По мнению рефери, нет активных действий, поэтому спортсменам предложено встать. По ходу беседы потерял эскапа, такое впечатление, да. Все правильно делает Жером, и я думаю, что те опасения, о которых мы высказывали в начале боя, о важности, сложности работы с представителями джиу-джитсу, полностью оправдываются. Ни в коем случае партера не нужно сейчас Максиму. Надо танцевать стойку. И со всеми проблемами, которые есть у француза, может совершенно изменить поединок. Не давать никакого повода для партера. Стойка, стойка, стойка. Стрелять, стрелять и стрелять. Мишень открыта. Любая позиция парта для спортсменов джиу-джитсу. Находится ли спортсмен снизу, а представитель джиу-джитсу в алитуду прекрасно себя чувствует снизу. Медицинская помощь необходима французскому парню. Сложный, тяжелый, напряженный, но мне кажется, очень интересный бой. Много потерял сил Максим, находясь внизу в партере. Выводящий помогает ему продышаться. Мне кажется, не меньше проблем, прежде всего, с сечкой и с серьезной гематомой у француза. Спасибо.
это, дамы и господа, заключительный раунд. The final round. Вот видите, позиции двух предыдущих раундов очень четко показали преимущества, приоритеты и проблемы у каждого из спортсменов. Это вот если в прошедшем промежутке раундов спортсмен услышит советы выводящих и правильно их сможет реализовать, то в этой связи будет выполнена задача. Задача максимум — победить. Видите, как Джером правильно рассчитывает свои возможности при любой минимальной... При минимальных возможностях желает пройти в ноги. Ему совершенно не нужна стойка. Ему совершенно нельзя. Проблема с перчатками, такое впечатление. Нет, всего лишь на все с пальцем, который вышел из фиксатора. Максиму надо обязательно активизировать атаку. И ни в коем случае не принимать партер. Ну вот видите, то, что надо было сделать Джерому, он и сделал. Оттанцевал без проблем стойку и шикарно прошел в ноги. Очень успешно использует позицию, да. Прекрасно лишил возможности Максима использовать ноги. И классической темы. Отодвигаю голову и фиксирую. Атакует. Надо уходить. Обязательно уходить из этого. Она совершенно неудобна и не нужна. Хорошее прилипание у француза. И вот опасно. Нет, не получилось. И хорошо. Да, второй раз проблемы с капой. А у французов с фиксацией перчатки. Бить, 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 ни в коем случае не ждать. Ни в коем случае не ждать. Лучше серию джебами разорвать обязательно. Всякое желание у француза идти в ноги. Может быть и нехорошо, но, по крайней мере, необходимое сделал француз, прошел в ноги и провел бросок. Проблема у Максима с функционалкой, мне кажется, и вот необходимая стойка, которая могла бы помочь ему выиграть этот поединок, пока не получается. Работаем ударно, что ли? Давай, работай! Алло, пошел! Все, пошел! 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 Пошел
надо вставать, ни в коем случае нельзя лежать, потому что вся позиция разрешена, абсолютно атака. Француз ждет подтверждения. Нет, вряд ли получится болевой. Француз прекрасно чувствует себя внизу. И в полном объеме использует все свои навыки борца джиу-джитсу. Да, не хватает функционалки. А француз очень методично выстраивает всю свою атаку. И набирает, несмотря на все проблемы с головой, с лицом, набирает очки. Но, конечно, хотелось бы больше активности, и за это предложено бойцам встать. Французы против. Замечание самому бойцу, но... Вперед, вперед, только вперед. И не давать никаких передвижений. Колено и сразу руки. Оба пропускают по хорошему удару. И проблемы с перчатками. Постоянно проблемы с перчатками. Третий раунд. Я думаю, что очень трудно будет сейчас судьям определить преимущество. Оба спортсмена вели очень активную, позиционную, каждому удобную борьбу. Каждый демонстрировал свои технические навыки. У Максима получалось лучше стойко. Ну а Джером, представитель джиу-джитсу, прекрасно чувствовал себя в партере. Вот мы еще раз видим эти связки, очень тяжелые моменты. Видим усталость Максима и, понимая необходимость свести поединок в стойке, в полном объеме на это не хватило сил. Очень трудное решение, я думаю, принимают судьи. И каким-то с минимальным, мне кажется, решением оно должно быть отдано кому-то из бойцов. Дамы и господа, по завершении трехраундового боя решением судей с минимальным преимуществом победу башкам одержал Шаром Кэнди Гуфон! Вот это, я думаю, правильно и... С точки зрения хозяев ринга и жесткое, но правильное решение, которое далось нашим судьям, я думаю, дает право надеяться и последующим бойцам на лояльность отношений к происходящему на ринге. Заметно были духовно-душевные качества французского бойца. Его преимущество в партере было, несомненно, более эффективно, более конкретно и более функционально. Современного танца Deep Prime. Встречайте!
Дамы и господа, организаторы открытого чемпионата Европы по боям без правил с удовольствием представляют вам второй поединок. Трехраундовый бой в полутяжелом весе. И в синий угол приглашается боец из сборной Европы. Please welcome to the blue corner from European team Sebastian Lippepe. А в красный угол поднимется боец из команды «Самбо-70». Дамы и господа, встречайте, Дмитрий Самойлов! Итак, знакомлю вас с соперниками. Слева от меня боец, стоящий в синем углу ринга. Ему 33 года, официальный вес 91 килограмм. 33 years old, official weight 91 kilos. Его профессиональный рекорд 11 боев, 10 побед. Все победы закончил нокаутом и только одно поражение. Professional record 11 bouts, 10 victories. And all coming by way of knockout, and only one defeat. Трехкратный чемпион по фри-файту. Three-time champion of the world for free time. From European team, Sebastian Lippepe. Его соперник, стоящий справа от меня в красном углу ринга. Ему 25 лет, вес 87 килограммов. Профессиональный рекорд 10 боев, 8 побед, 2 поражения. Чемпион России по боевому самбо. Чемпион мира по боевому самбо из команды «Самбо-70» Дмитрий Самойлов. Здравствуйте, дорогие друзья. По объявлению бой будет очень упорным и, несомненно, Себастьян уже в самом начале появления в городе Сочи заявил о серьезных намерениях и яркой, как он себя вел все это время победе. Ну, трехкратный чемпион мира по фрифайту. Это, конечно, очень серьезная заявка. И вот это начало. Очень грамотно распорядился ситуацией. И совсем небольшой ошибкой Димы. Вот видите, тема развивается уже в партере. В удобном, неконфликтном для француза ситуации. Хотя вот Дима очень хорошо обездвижил его ногами. Еще решить проблемы атаки руками, что пока не удается. Ноги могут обязательно спасти. Вот обязательно над ноги. Ноги должны подниматься выше. И вот видите, Себастьян никак не может выцелить голову. Мешает, очень сильно мешает ему Дима. Очень правильной техникой, правильной работой прежде всего ног. Ты мне не патать, но ты...
Еще одна ошибка, которая заметна у француза, не столь активного действия в атаке в партере, это неправильная позиция ног. Боясь проблем с контратакой с Дмитрием, он не разрывает корпус, хотя обладая удивительной функционалкой. Вот видите, по-моему, борьба по затылку, да, было замечание, не знаю, сейчас будет ли сделано замечание спортсмену. Весовая категория свыше 90 килограммов и любые активные действия ногами, лоу-кики могут принести массу проблем. Чрезвычайно болезненная атака ногами как по внутренней, так и внутренней стороне бедра. Гематобы с последующим очень болезненными ощущениями, которые испытывает спортсмен. При стиле фрифайте, который исповедует и был чемпионом, Себастьян совершенно нежелательно в этом весе. Очень хороший переход в партер, но вот активных действий, заметных и эффективных, главное, заметных действий со стороны француза мы не видим. Спасая голову, он лишает всякой возможности для собственной атаки. Дим очень удачно и успешно вяжет руки и совершенно не дает возможности, казалось бы, в очень удобной позиции француза, атаковать голову. Вот и как раз эта самая тема, которая всегда развивается в джиу-джитсу, в бразильском валитуде и, естественно, в самбо. Хороший, я бы сказал, прекрасный функционалка 33-летнего бойца из Франции. Вот видите, здесь совершенно остановилась в теме партера, совершенно не может переиграть руками. И я бы заметил очень неграмотную работу ногами, что позволяет Диме, в общем-то, останавливать. Представляете, ведь хороший проход в ноги, понимаете? А продолжение мы пока не видели. Хорошая скорость, хорошая функционалка, 93-килограммовая машина. Работает очень профессиональный захват за одну ногу. И все время предлагает партер. Ну вот, к счастью, мы пока ничего очень конкретного и эффективного не увидели. Надо обязательно провалить француза, обязательно попасть. Продолжение нужно. Француз уцеливает ноги, хотя вот вся его функционалка, вся антропометрия, мне казалось, для него была преимуществом именно для стойки. И дышит не так уж легко. Очень много обзорного, очень много декораций, которые связаны с парнями с Европы, особенно это касается итальянцев и французов. И я думаю, Себастьян яркое тому и подтверждение. На взвешивании он дергался, кричал, высказывал какие-то, выкрикивал какие-то лозунги, грозно смотрел на соперников. Вот это вся декорация, конечно, важная составляющая шоу-бизнесу.
Ну, а на примере Федора Емельяненко, не имеющего никакого отношения к самим поединкам. Раунд номер два. Раунд номер два. А французик-то тяжелый. Что, в общем-то, не мешает ему быть столь же опасным. Тяжело дышит француз, тяжело. Оттанцевать надо, оттанцевать, Дима. Француз слил. И боится атаки, боится, боится, Дима. Вот за каната не надо держаться, господин француз. Запуталась. Дима слил он, подсказывают товарищи по труду. Дима, танцевать и два джеба в голову. Бег трусой по горной местности помогает функциональным особенностям. А вот если он сейчас нам отдаст руку... Очень интересное получилось техническое действие. Только огромная функционалка помогала французу держаться. Но на самом деле парадокс. Этот крикливый, огромная машина слил в конце первого раунда и совершенно никаким был во втором. На самом деле, Димочка, молодец. Переломить эту машину... Правда, оказавшийся наполовину пустой. Дамы и господа, рефери остановил бой через 2 минуты и 8 секунд второго раунда. Болевым приемом на руку победу одержал Дмитрий Соболов! Команда «Самбо-70» и Дмитрий сравнивает счет, который становится 1-1. Очень важны эти эмоции, ощущения поддержки спортсменам. Чемпионата Европы мы с удовольствием представим вам третий поединок. Трехраундовый бой в тяжелом весе и в синий угол. Поднимется боец команды Европы. Дамы и господа, встречайте. Please welcome to the blue corner Serge Kondario. What's up now? We'll be right back.
в красный угол. Добро пожаловать, боец из команды «Самбо-70». Встречайте, Дмитрий Заполотный! Школы, исток традиций, высеченный триколором на амуниции. Итак, дамы и господа, подробнее знакомлю вас с бойцами. Слева от меня в синем углу ринга. Бойцу 25 лет, официальный вес 98,1 килограмма. 25 years old. Official weight 98.1 kilos. Профессиональный рекорд 10 боев. 9 побед, только одно поражение. And his professional record. 10 bouts, 9 victories and only 1 loss. Чемпион мира по панрасу. Champion of the world for panras. From European team, Serge Canario! Дамы и господа, представляю вам его соперника справа от меня в красном углу ринга. Ему 29 лет, официальный вес 98,1 килограмма. Профессиональный рекорд 13 боев. 9 побед, 2 поражения при одной ничьей. Двукратный чемпион мира по боевому самбо из команды «Самбо-70» Дмитрий Заполотный! Прозвучавшая версия, которую представляет французский спортсмен Серже Канарио, Парнас, это европейская версия панкратиона, абсолютных поединков. И вот такие страшные глаза, которым он награждает своего соперника. Мощное, огромное тело, короткий корпус. Естественно, предложение в партере должно звучать, но... Пока конкретика только вот в желаниях и разрисованном оперении. Тяжеловесовая категория, которую представляют бойцы. Это, конечно, опасная ударная техника, как в партере, так и в стойке. Вот интересно, сейчас заход на руку у Димы получился, к сожалению, без продолжения. Вот мы сейчас видим вот яркое разночтение в теме атаки сверху, то, что не мог демонстрировать, казалось бы, огромный, сильный и мощный француз в предыдущем поединке, что очень четко, функционально, без суеты демонстрирует Дмитрий. Очень хорошо использует любую ошибку соперника. Позвольте отдышаться, такое впечатление прочитали у француза. Выводящая сторона француза рекомендует прекратить все действия в стойке. И прийти к номинанту.
сильные толики, сильные доли возможности по Артуру. Вот видите. Хорошая была задумка за одну, в одну ногу, не получилось. Короткое, мощное тело. Грамота клинчует и лишает Дмитрия атаки в корпус ногами. Вот разогнал ногу, казалось бы, видите, хорошо очень. Защищается француз. Мне кажется, такая дистанция не преимущество для Дмитрия. Ему обязательно надо использовать длинные рычаги. Четко, методично надо бить. Сержу мы, правда, на пляже, но... без этих экзерсисов. Заряжена была нога, мне кажется, пропустил маленькую дистанцию Дмитрий. Отпускать и сразу ноги надо заряжать. Абсолютно верно. Кормить, кормить, кормить надо обязательно. Надо обязательно лишить возможности работы ног француза. Да, парень, тяжело. Это не Лазурный берег. Да, надо кормить, другого нет выхода. Француз не любит стойку, француз не любит борьбу, и совершенно ему не нравится вот такая активность. А если появится щель, то можно, конечно, поработать и за шею. Но для того, чтобы работать за шею, надо обязательно растянуть. Что пока у Димы не получилось. Может быть, уже хватит? Спрашивает француз. Не хочу, не хочу. Позвольте остановиться. Ну что ж, мы не против. Мне кажется, функционально Сержи не был готов к поединку. И все его изыски в телодвижении и гримасами лица. Это пародия, красивая, интересная, веселая и смешная пародия на серьезный бой. Ну, а его 9 побед из 10 боев, я думаю, что... носили несколько другой отпечаток. Дамы и господа, бой остановлен через 4 минуты и 51 секунду первого раунда. В связи с отказом соперника от продолжения боя, техническим нокаутом победу одержал Дмитрий Соболовский. Мне кажется, ему надо было отказаться от боя немножко раньше, да. Такого я еще не видел. Это называется «заснул». Закатились глаза. И я думаю, что тренеры, выводящие сторона, должна была реагировать на здоровье спортсмена намного раньше. Вот у нас еще есть возможность посмотреть на последние минуты боя. Как говорят в народе, отколбасил он в полном объеме. А вот решение его и поддержка выводящих должна была быть намного раньше. И аплодисменты, конечно, его сопернику. Серж Каналья, сборная Европы.
Всегда отражают, что наши спортсмены не умеют играть и не работают на шоу. Но я думаю, что, несомненно, это очень важно для шоу, но для поединка вот эти все пенные фантики, которыми нас угощают зарубежные спортсмены, носят достаточно условный характер. Главное – поединок. И я думаю, что сегодня Дима очень четко выполнил эту задачу. Дмитрий Заволотный выводит команду «Самбо-70» вперед! Счет 2-1! А мы с удовольствием представляем вам трехраундовый поединок в тяжелом весе. Дамы и господа, произошла замена в команде сборной Европы. В связи с травмированием Мариуса Чинда его заменил Александр Зубачев. Итак, в синий угол приглашается боец команды сборной Европы Александр Зубачев! Красный. Традиционно поднимается боец команды «Самбо-70». Встречайте, Виталий Бимаков! Итак, представляю вам соперников. Слева от меня в синем углу ринга. Бойцу 34 года, его вес 102 килограмма. Профессиональный рекорд 7 боев, 5 побед, 2 поражения. Мастер спорта международного класса по вольной борьбе. Чемпион мира по боевому самбо 2006 и сборной Европы Александр Зубачев. А вот его соперник справа от меня в красном углу ринга. Ему 25 лет, его официальный вес 110 килограммов. Профессиональный рекорд – один бой, который завершился победой. Двукратный чемпион мира по спортивному самбо, заслуженный мастер спорта из команды «Самбо-70» Виталий Минаков. Очень интересная позиция сложилась сейчас в этой весовой категории, в этом поединке. Александр сказал, что по причине отсутствия соперника от Европы была замена. И был выставлен Александр Зубачев, мастер спорта международного класса и прежде всего вольник. Очень интересно. Его специализация в смешанных единоборствах. Чрезвычайно интересно, потому что вольники редко, когда приходят в смешанные. Ну, а для Виталия чистого самбиста, спортивного, причем самбиста, мне кажется, что-то произошло, что позволило остановить поединок. А вот так, на коротке. Совершенно не напрягаясь. Поединок закончился, непонятка происходит. Но сейчас я думаю, что благодарность рефери
Нам сейчас пояснят, что произошло, кроме сдачи. Тяжелый вес очень опасен, мы уже многократно об этом говорили, а если еще при определенном умении, это, по крайней мере, избавляет соперников от долгих проблем. Дамы и господа, поединок остановлен через 26 секунд первого раунда. Удушающим приемом победу одержал Виталий Минаков! Вот он, дорогие друзья, у кого есть сомнения по поводу функциональности настоящего спортивного самбо. Видите, у кого руки растут из нужного места, то любая техника правильно выполнена. Я приношу вот представить вам еще одних почетных гостей нашего вечера. Это олимпийский чемпион по фехтованию, заслуженный мастер спорта России Александр Ширшов. Ну вот видите, как хорошо открылась шея. Двукратный чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта СССР Арамби Хафай. Двукратный чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта Ашот Маркарян. Двукратный чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта Сурен Балашинский. И трехкратный чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта России Абрам Агамерян. Сегодня столько звезд спортивного и боевого самбо. Дамы и господа, если вы внимательно следите за боями, то счет 3-1 в пользу самбо 70. И в этой связи я должен сказать, что еще раз спасибо, еще раз спасибо тем, кто мог организовать это прекрасное зрелище. Открытого чемпионата Европы по боям без правил, платформа S70. Трехраундовый бой в полутяжелом весе. В синий угол приглашается боец из сборной Европы. Дамы и господа, встречайте Хавьер, профессор Фопа Пакан. Please welcome to the blue court. И все-таки попробую договорить, потому что истоки сегодняшних побед лежат в тех, чьи имена сегодня назвал наш ринг-анонсер. Итак, знакомлю вас с соперниками. И первым боец, стоящий слева от меня в синем.
боец, стоящий в синем углу ринга. Ему 28 лет, официальный вес 86,7 килограмма. 28 years old, official weight 86.7 kilos. Его профессиональный рекорд 51 бой, 40 побед, 11 поражений. Professional record. 51 bouts, 40 victories and 11 losses. Чемпион Европы по бразильскому джиу-джитсу. Лучший боец Франции 2009. Участник 98-го чемпионата UFC. Champion of the Europe for Brazilian Jiu-Jitsu. Best fighter of France 2009. And participant UFC Championship 98. From Team of Europe, Javier Professor X. Хопа-покан! И его соперник, стоящий справа от меня в красном углу ринга. Ему 22 года, его официальный вес 86 килограммов. Профессиональный рекорд 14 боев, 13 побед и только одно поражение. Чемпион Европы по боевому самбо. Чемпион мира по боевому самбо из команды «Самбо-70» Вячеслав Василевский. Рефери этого и всех сегодняшних поединков Ашот Ашиган Анапа. Продолжая тему, как должен выглядеть спортсмен в жизни, вне ринга и на ринге, я думаю, что вот ярким подтверждением, что должно быть или зеркальным отражением, это как раз вот Слава Василевский и Монсеньор Икс, весь настроенный на картинку, на оптику, но вместе с тем имеющий огромный опыт. Как уже сказал, ринганосер, это участник UFC, это победитель, знаток джиу-джитсу и так далее, и так далее. Ну, одним словом, будем смотреть. На самом деле, бой должен быть очень быстрым и эмоциональным, несмотря на вес. Вес, на самом деле, чрезвычайно серьезный. Он обязывает большую скорость, ну и уже очень страшно, если попадешь под этот молот. Легкое воздушное передвижение француза. Красавец, огромный, функциональных возможностей, но... Все это, несомненно, очень важно до тех пор, пока. А пока может наступить абсолютно от всего, чего угодно. Видите, как без суи, без рисовки Слава решает тему партера. Что может быть сильнее, профессор? Наверное, академик. Вот может ли справиться сегодня с этой академической иерархией Вячеслав, мы увидим. Очень правильно француз ведет себя внизу. Очень грамотно. Выпал снизу. Занял позицию сверху, но... Та же тема. Очень хорошая защита. Правильная нейтрализация ног. И совершенно минимизирует все атаки француза сверху. Надо быть очень внимательным. Француз очень взрывно, очень хорошо стартует. Но могу и кого-то сейчас удивить, но меня оба прекрасных, сложных, мощных французских бойца совершенно удивляет, как они работают в партере. С учетом заявленной техники джиу-джитсу все должно быть несколько иначе.
Сейчас, мне кажется, есть необходимость, возможно, побороться, чтобы перевернуть француза. Ну, вот видите, взрывы какие. Зажался, атаковал, снова закрылся. Как говорят в народе, сам себя перехитрил. Очень хороший был проход в ноги, хороший был зацеп. Но вот не получилось очутиться сверху. Вот было обусловлено бы это падение, перевод в партер, если было бы продолжение. Вот интересно. Прекрасная позиция для атаки. И совершенно непонятно, что происходит, когда французский специалист бразильского джиу-джитсу оказывается внизу. Обязательно надо растянуть, и после этого, конечно, атака. Очень хорошая тема для атаки сверху, лишение соперника, лежащего внизу, дыхание, перекрывая грудную. Вот что сейчас как раз он и делает. Перекрывая дыхание грудной клетки, ты лишаешь всякой функционалки соперника. По-моему, раунд закончился. Мне кажется, это спасло француза. Дамы и господа, секундирует сборную команду Европы знаменитый боец Сирил «The Snake» Диабате. Кажется, Вячеслав продышался хорошо. Не любит француз рук в стойке? Не любит. Кажется, серьезная сечка, разбита бровь. Очень обидно. Мне кажется, не было серьезного удара. Хотя случайности в этом виде недобор может быть сколько угодно, как мы понимаем.
приглашаются из угла секунданты для того, чтобы решить судьбу продолжения боя. Глубоко убежден, что Вячеслав не собирается останавливать бой, но все же решение должны принять коллегиально. Очень неудачное место просеченное Вячеслава. Надбровная дуга ближе к носу отличается большим кровотечением. И только на воле спортсмен может принять решение о продолжении боя. Да. Вот я смотрю, что рефери также тяжело качает головой. И будет очень обидно, если по этой причине бой будет остановлен. Ван Дам комментирует свою позицию относительно этого боя и показывает, насколько гибок и легко в передвижении был французский боец. Но это мнение сидящего, хотя и звезды, но звезды Голливуда и кинематографа. А как говорит наш ринг-анонсер, это две разные, существенные, предметно отличающиеся друг от друга тенденции в бою. Красота поднятой ноги, беспредметно опускающейся на голову плохому дяде в кино и реальные события, связанные с мавашей в голову. Практически нефункциональны в смешанных единоборствах. Любая форма опорной ноги. Да, дорогие друзья, бой будет продолжен. Прекрасно. Прекрасно для нас. И насколько тяжело будет Вячеславу. Видите, очень четко сейчас была тема колена в голову. Она не запрещена, эта тема. И, конечно, согласно своему видению поединка, каждый выстраивает бой ведущих к победе. Понятно, что надо Вячеславу будет стараться закончить поединок пораньше. Стараться избегать близких атак в голову. Вот это было бы правильным решением. Если это получится, это будет очень здорово и очень правильно. Ушел француз. Очень мокрый. Витя неторопливо выцеливает. Самая проблемная часть головы у Вячеслава. Можно, конечно, осуждать французского бойца о том, что вот в этой связи он выстреливает самой проблемной зону головы Вячеслава, но право на этот поединок и на решение отказаться от него принадлежит только бойцам. Но мужество, которое демонстрирует сейчас Вячеслав, мы все удивляемся и гордимся этим. Сильнейшее рассечение левой брови
залито лицо, и продолжается поединок в теснейшем контакте в партере. Со стороны не поступает предложение об остановке боя, да Вячеслав сам не собирается это сделать, за что получает аплодисменты зрителей. Конечно, лучше всего сейчас работать или на дистанции, или, по крайней мере, стараться сделать болячку или удушающий. Француз устал, несмотря ни на что. Очень хочется нам победы, очень хочется, прежде всего, с учетом тех проблем, которые есть сегодня. Слава, на самом деле, демонстрирует настоящие мужские достоинства. И мне кажется, даже кровь испугалась и остановилась. Очень хорошо ногами останавливает активные действия Вячеслава Француз. Редко закончим второй раунд. И последняя пауза, дорогие друзья. Очень тяжелый бой, очень напряженный, который вместе с ним демонстрирует необыкновенные человеческие способности людей, выходящих на ринг для участия в боях смешанного стиля. Несмотря на легкость передвижения, видимую легкость передвижения, француз очень устал. И хотелось бы, чтобы эта тема функциональной зависимости сопровождала его последний третий раунд. Итак, заключительный раунд. The final round. Француз не любит стойку, не любит рук соперника. А фехтование его ногами носит чисто условный характер. Ему больше и удобнее чувствовать себя в партере. Фиксация головы и кормить, кормить и кормить. Монсеньору Икс совершенно не нравятся руки в голову. Нам очень хотелось бы, чтобы этот поединок закончился за победой Вячеслава. Потому что нам хочется, чтобы мы победили в хорошей, сильной борьбе. Сегодня никто не может сказать, что были подставы со стороны российской команды. Были очень сильные противники, и поэтому, по большому счету, очень нам нужна эта победа. Хотя бы для того, чтобы Слава вкусил этот вкус победы
отдав очень много для этого. Полным объемом продемонстрировал мужские качества. Серьезной сечкой брови. А вот этот приемчик. Ай, как красиво было бы, а! Прелесть! Молодец! Красава! Красавец! Вот это украшение вечера! Да, монсеньор Икс! Красиво, заслуженно. Я же говорил, профессора может победить академик. И таким сегодня стал Вячеслав, представляющий школу самбо 70. Прекрасный вечер, дорогие друзья. В свою очередь должен поблагодарить за трансляцию новое телевидение Кубани. Еще раз напомню, что турнир проходил под патронажем губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Ну и прекрасный режиссер, который обеспечил нам эту картинку, Ольга Рыбкина. Спасибо, Оля. Грамотно, профессионально проведен турнир. Остановим поединок через минуту и 58 секунд третьего раунда. Удушающим приемом победу одержал Вячеслав Василевский! Слава, спасибо тебе! Спасибо от всей России! Таким образом, счет. Не француз, не горюй, имеешь возможность искупаться в Черном море, порадоваться красивым девчонкам. Итак, дамы и господа, внимание! А сейчас мы приглашаем команды на ринг для торжественной церемонии награждения! Да. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы еще раз можем посмотреть, что же происходило. Происходило в течение целого вечера. Еще раз с радостью говорим, что заключение, красавец Вячеслав нарисовал нам картинку боя. Настоящие мужские достоинства, которые украсят любого файтера. А тот поединок, который он провел с серьезной сечкой, говорит о несомненном потенциале бойцов, подготовленных в великой школе, школе самбо 70. Сейчас приятные минуты абсолютно для всех, проигравших и побежденных. Я думаю, все абсолютно получили удовольствие. Французы, приехавшие на к Черноморскому побережью, городу Олимпиада 2014 года, погуляют по набережной, пообщаются с интересными людьми. И встреча, я думаю, с лучшими из лучших из мира единоборств также вольно или невольно принесет им дополнительные эмоции. Ну, а в этом турнире, мне кажется, еще раз доказали преимущество именно самбисты, что этот вид спорта, национальный русский вид спорта, российский, простите, является на сегодняшний день лидирующим в смешанных единоборствах. И прозвучавшие сегодня на пресс-конференции, отчего же вот так все хорошо? Потому что как только появились смешанные единоборства в клетке, в UFC, в ринге, в прайде, представители самбо, победы стали однозначно обусловленными именно достоинствами этого вида спорта. Еще раз напомню, Олег Тактаров в UFC, в прайде и в рингсе, Игорь Вовчанчин и, конечно, многие годы и победы Вячеслава. Да. Ну а сейчас саммари, который мы видим, дорогие друзья, еще раз напомнит о тех словах высокопарных, которые мы использовали сегодня, вольно или невольно, рассказывая о достоинствах представителей самбо. Первый же поединок показал преимущество четкой позиции, выстроенные нашими спортсменами. В
бои вместе с тем были очень тяжелыми, потому что соперники были совершенно не новички в смешанных единоборствах. И я думаю, что никто сегодня не сомневается, что пулька, прописанная совместными организаторами этого турнира, показали, насколько опасны были соперники из Франции. Но в самых тяжелых поединках и ситуациях, казалось бы, выходящие монстры французского и бразильского джиу-джитсу оказывались вот такой позиции, и руки поднимали нашим парням. Хочется еще раз сказать спасибо людям, имена которых сегодня произносил ринг-анонсер, заслуженным мастерам спорта, чемпионам Европы и мира, которые положили базовые основы того, чтобы вот так вот падали на ринг лучшие европейские бойцы, представляющие смешанный единоборство, бразильский джиу-джитсу и так далее, и так далее, и так далее. Спортивный самбо, боевой его раздел и как апофеоз смешанное единоборство, в которых в полном объеме востребованы, реализованы люди, прошедшие школу, школы самбо 70. Удушающие приемы, которыми гордятся и специализируются как основная базовая основа техники самбисты, это именно то, что помогает сегодня с представителем самбо активно и очень серьезно быть заявленным во всех ресурсах, во всех проявлениях и во всех тех спортивных разнообразных дисциплинах, носящих название ММА, Mixed Martial Arts. Сейчас на ваших экранах вы видите представителей школы самбо 70, прежде всего Рената Алексеевича Лаишева, человек, который получил из рук создателя, основателя школы самбо 70 Давида Рудмана эту школу. На сегодняшний день 48 филиалов открыл он по всей стране, носящие название «Школа самбо». Вольно или невольно, притворяя задумки людей, которые стояли у истоков самбо в далеких 50-х, 60-х годах, этот вид спорта долгий период времени был закрыт для массового пользования, так скажем, но со временем, понимая задачи и перспективы его, весь мир боевых искусств понял, что важность и возможность его просто огромны. Ну, а 9 лет подряд победа Федора Емельяненко – это подтверждение сказанного. И приглашаем в ринг команды. И первая команда Европы. Team of Europe, please welcome to the ring.
сейчас в ринг приглашается команда-победительница. Встречайте! Самбо 70! Первый вице-президент Федерации самбо России, генеральный директор самбо 70 Ренат Лайшев. Организатор турнира, руководитель клуба «Платформа» Сергей Кривоносов. Итак, раз, два, три. В легком весе победу одержал боец из сборной Европы Жером Кейди Дюсон. Награждение проводит Виталий Будко. В полутяжелом весе победу одержал Дмитрий Самойлов, самбо 70. Награждение проводит Жан-Клод Ван Дам.
полутяжелом весе победу одержал Дмитрий Заболотный. Команда «Самбо-70» награждает Федор Емельяненко. В тяжелом весе победу одержал Виталий Минаков, самбо-70. Награждение проводит Ренат Лайшев. И в заключительном поединке в тяжелом весе победу одержал Вячеслав Василевский и награждает Сергей Кривоносов. Дамы и господа, на нашем турнире учрежден специальный приз губернатора Краснодарского края лучшему бойцу турнира. Это потрясающий последней модели квадроцикл! Приз лучшему бойцу, а им награждается Виталий Минаков. Награждение проводит губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. И ключи от квадроцикла. Спасибо. Итак, уважаемые дамы и господа, по результатам пяти боев в командной встрече сборной команды Европы и сборной команды клуба «Самбо-70» в тяжелейшей борьбе, но с явным преимуществом 4-1 победу одержала команда «Самбо-70» Москва, Россия. Внимание и награждение проводит председатель правительства Российской Федерации, мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по самбо Владимир Владимирович Путин. Раз. Дорогие друзья, dear friends, то, что мы сегодня видели, это, конечно, очень жесткий вид единоборства. What we have seen today is a tough kind of martial arts. Вот девушка здесь убирала ринг, она здесь убирала не воду, не пот даже, она убирала кровь. While a girl was clearing the ring, she was not clearing water or sweat, it was blood. И, конечно, кто-то очень любит такие единоборства. Кому-то это не очень нравится. Some people love such kinds of martial arts a lot, others do not. Но никто не может отказать этим мужчинам в мужестве, в мастерстве и в дерзости, в хорошем смысле этого слова. But no one can say that these men are not brave blunt enough. Я хочу поблагодарить спортсменов и наших гостей из Франции, из Великобритании, наших ребят из самбо-70 за то мастерство, которое они нам сегодня продемонстрировали. I would like to thank our guests from France and Great Britain and as well as our athletes from Sambo 70 for the mastery they have demonstrated today. В России всегда были в почете так называемые кулачные бои, и у народов России самые разные виды борьбы. Fist fights, as well as other kinds of wrestling, has always been popular in Russia. В новейшей истории все наши единоборства берут начало из самбо. Well, as far as our newest history is concerned, all the martial arts of modern Russia originate from samba. И я думаю, что настало время, когда самбо должно стать
спортивный вид самбо должно стать олимпийским видом спорта. And I believe it's high time the sports sambo should enter the Olympic agenda. Во всяком случае, наши спортивные организаторы должны настойчиво ставить этот вопрос перед Международным олимпийским комитетом. I believe that our organizers should pose this question to the International Olympic Committee quite vigorously. Я поздравляю победителей. I congratulate the winners. Но с чувством особой благодарности обращаюсь и к нашим гостям. Спасибо вам за то, что вы сегодня здесь и показали нам свое мастерство. And with a sense of special gratitude, I address our guests. Thank you for being here and for showing your mastery. И всем вам спасибо за присутствие. Best wishes. Уважаемые дамы и господа, наш турнир завершен, а с вами были легендарная школа «Самбо-70», самый статусный клуб Черноморского побережья «Платформа», спортивная лига «Микс Файт М1» и ваш ринг-анонсер Александр Загорский, Санкт-Петербург. Дорогие друзья, нам также остается только попрощаться с вами, поблагодарить за внимание, уважение и любовь к этому виду единоборств. С вами прощается Игорь Петрухин и чудные люди, которые могли и позволили все это вынести в эфир. Всего хорошего, еще раз до свидания. Смотрите, любуйтесь и занимайтесь спортом. Всего хорошего, до свидания.